На полках югорских магазинов вновь появится привычный литр молока и килограмм сахара. По инициативе Генпрокуратуры России в ГОСТ внесены важные корректировки. Практика надзора показывает, что нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая при этом их цену. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей. Теперь производители, желающие заявить о соответствии товаров ГОСТу, должны использовать фиксированные значения. Это касается сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и других продовольственных товаров первой необходимости. Например, по новым правилам гречневую крупу можно фасовать по 500 граммов, килограмму или двум. Молоко должно продаваться по 200, 250, 500 миллилитров, литру или двум. Прокуратура уже организовала мониторинг соблюдения новых правил фасовки.